Друзья, бар FZS. Сегодня 12 апреля 2023 год от Рождества Христова. Мы в Армении. Мы в городе Ванадзор. Мы сюда приехали с нашим другом Тиграном. Привет. И сейчас ходим купить сосиски, у нас миссия тут интересная. На первой чарли. Если шат лавы яйца, то мечи. Так, вот мы сейчас подъезжаем к этой собаке очень необычной. Я ее заметил в первый раз, когда мы были здесь. Мы приезжали сюда, чтобы посмотреть на машину. И вот давайте сейчас выйдем, посмотрим, покормим ее. Это очень необычное животное. Привет. Шанану нинча. Вонс? Чапик? Чапик. Вот как она выглядит. Да. Каляки рякрель. Вот смотрите, он абсолютно ничего не видит, но при этом он себя ведет совершенно адекватно, как нормальная собака. Вот она понимает, что она виляет хвостом, она понимает, что я ее сейчас собираюсь кормить. Она от меня находится на очень правильно выдержанном расстоянии, как будто это зрячее животное. Чапик. Вот я тебе даю сосиску. На. Вот, видишь, он не видит, когда я подношу, но он по запаху сразу четко ее взял. Мне рассказывали ребята, которые здесь в округе живут, что когда здесь бывает несколько собак, и у них конкуренция за еду, то когда кидают еду, она бывает одна, она первая эту еду... Ну, она может ее сразу взять. Они уступают ей? Нет, они не, не то, что уступают. Она просто более умная, как бы. У нее навыки на выживание лучше отработаны, чем у обычных собак. И, скорее всего, что это какой-то врожденный, я думаю, дефект зрения. Да, она, видишь, как она ищет, когда она лежит, сосиска на земле, она ее ищет, и явно, что у нее не то, что там какое-то зрение не стопроцентное, а оно просто абсолютно нулевое. Она просто не видит даже сосиску, которая лежит рядом с ней. Вот она ищет, 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 и сейчас найдет. Es ist ein Kishuna. Ha, aber es ist ein Du hast mir schon eine Idee, ha? Вот вон Садирам, ne? Ваче. Вот Ваче мы только что познакомились. Он не против рассказать пару вещей про эту собаку, потому что он здесь живет недалеко или работает? Работает. И он, у него больше информации, потому что я просто второй раз проезжаю и вижу ее. Так, еще с щенком был он. Здесь привезли, все было нормально. Постепенно начали замечать, что белеют глаза. И как выяснилось, от сахара, сахароза, болезнь эта. Диабет, ну, да? От диабета, да. Так, посоветовались, что все, вот именно я за ним не ухаживал, это у ребят бывает. Ну, обратились к врачам, они кое-что посоветовали, но, видимо, не так ухаживали за ним, как надо. И так постепенно все белее стало, он ничего не видит. Все по слуху и по запаху чувствует, и больше всех. И здесь 3-4 собаки, и всеми он руководит до сих пор, да, все боятся. Он главный у них? Главный у них, да, пока что. Сколько ему лет? Ну, наверное, около 10 будет. Взрослый уже. Думаю, да.
все, понуха. Вот чувствует он, это самое, корм, то, все, все, сразу реагирует. Машины узнают по запаху. Чужую узнают, мою узнают. Как я прихожу, он по-другому подходит к машине, пока я не выходил с машины. Но чувствуется. Но другие приезжают, лают, дают понять. Вот так вот. Это все, что я знаю о нем. Но он добрый, да, наверное? Добрый, очень добрый, хороший. Нет, ни на кому не накидается, но дает знать. Вот проходят, приезжают, он всегда реагирует на это. Да, свои обязанности он отлично выполняет. Это его работа. Ну да, да. Жалко, конечно, но уже ничего не сделаешь. Интересно, что вот соседские собаки есть, там 3-4 штуки чуть дальше. Иногда между ними столкновение выходит так, да. Он тоже за ними бегом. И не понимает в этой ситуации, кого он ловит, кого держит, кого кусает. А вдруг получается, что своих держит. Драка так драка, бить надо. Всем достается. Да, кто попало в рот, того и держит. Но участвует. Обязательно. Напрягается. Вон все равно, да? Чапи. Чапи. О, Чапи, тебя зовут Чапи. Чапи, какое у тебя имя не армянское? Чапи. Чапи. Не армянское совершенно. Вообще он от бульдога, мне кажется, где-то, да? Да, что-то есть такое. Но помесь какая-то бульдога где-то отдаленная, с дворнягой. И хвост купирован. Уши хорошие, хвост хороший. И характер хороший. Только вот с глазами не повезло. Чапи. Тигран рассказал, что здесь есть собачий приют рядышком. Мы сейчас идем туда посмотреть. 2 года, как начали вот эту массовую стерилизацию, можно сказать, маленькое количество в течение года стерилизуется, но хоть что-то. А знаете, вот прибавляется количество по причине, потому что очень много люди просто выбрасывают тех щенков, которые родили ихние собаки. Вот мне 2 дня назад ночью в 4 часа ночи в мешке подбросили щенков. У них еле-еле глаза открылись. И если бы моя собака не лаяла, я поздно засыпаю, я бы просто не заметила. В мешке были 2 щенячьих трупа, а 5 были живые. Вот смотрите, без мамы. Теперь, борьба за выживание. Я постараюсь, конечно, все сделать. Их материнским молокозаменителем буду кормить, кормлю. Все стараюсь сделать, надеюсь, они выживут. Вот, вот какова дальнейшая судьба у них могла бы быть? Их возьмут какие-то на сторожевых функциях? Нет. Смотрите, я вот уже 10 лет как занимаюсь, вот предоставляю помощь бродячим животным. И в основном беру тех инвалидов, с которыми вот жестокое обращение было с человеческой стороны. У меня очень много собак, в которых стреляли, и, как ни удивительно, собаки маленьких размеров. Вот у меня есть 2 собаки, а один из них инвалид, он не ходит уже 6-й год, в него стреляли. Вот такая маленькая собака, 3-килограммовая. И еще есть одна тоже маленькая, на данный момент у нее пуля под позвоночником, операции не подлежит, то есть очень рискованно оперировать, может, задние конечности откажут. И есть собаки, ну, короче, избитые, над ними издевались, запуганные. Смотрите, вот в центре города более-менее вот люди нормально относятся к собакам, и они социализованные.
А вот в окраинах, то, что творится в окраинах и заброшенных местах, это просто ужас. Они массами размножаются, они голодают, люди с ними очень плохо. Тут, можно сказать, большая часть населения просто не любит животных, если честно. Я вот в течение этих лет очень много собак отправляла в Америку на усыновление, в Канаду. Тут с усыновлением очень туго, потому что или возьмут себе во двор как сторожа, я так не даю. То есть найти хорошую семью очень сложно. И за все это время, наверное, 20 или максимум 25 собак за 10 лет я смогла пристроить в Армении. И сейчас многие, которые у меня живут, ну, они ждут своей очереди, пока я найду выход. То есть найти им достойную семью. А многие уже остались, потому что они уже у меня живут 10 лет или по каким-то проблемам просто остались. Сейчас у меня там 38 собак, часть из них проблемные. Ну, в общем, и 20 собак на платных передержках, которые просто ждут, или ждут, пока я что-нибудь придумаю. А помощь животным среди населения помогают, донатят вот именно здесь? Деньгами? Вот с Кировакана нет. Вот когда я... Ну, в основном мы существуем на благотворительностях. Или я постирую, если нам нужна какая-то помощь. У меня есть уже определенный круг друзей, хотя их довольно-таки очень мало. Их ресурсы не очень-то широкие. Чтобы решить эти все вопросы, как-то не получается охватить большую аудиторию. Ну, как-то справляемся. Вот так. Даже самыми мизерными вкладами собираем. Ну, проблем очень много, а решать их сразу не получается. То есть, если удалось решить вопрос питания на месяц, это уже хвала. Вот смотрите, я вот публикую животное, которое нуждается в медицинской помощи. Я должна отвезти в клинику, и очень большие затраты, в общем, к примеру, там операция, стационар, туда-сюда, а потом еще, если я к себе взять не смогу, мне нужно пристроить на платную передержку. Вот в этом случае, когда сос-ситуация, получается все собрать. А потом, вот животное уже у меня нет, он инвалид. Затраты инвалидов очень большие и в плане питания, и в плане ухода. А потом уже вот постируешь, уже все. На нуле все. Уже не помогают. Но уже взяла все, уже справляйся. Ну, вот так. Такая система. Сложно очень, сложно. Вот постоянно сталкиваться вот с этими людьми, которые просто ненавидят животных. Тут можно встретить таких людей, это просто, не знаю, есть, конечно, очень хорошие, много людей кормят их на улице, любят их, но вот серьезную помощь, конкретно в Кировакане, чтобы вот так серьезно, Ванадзор, чтобы оказать какую-то серьезную помощь и взять ответственность о дальнейшей судьбе этой собаки. Вот в Кировакане, увы, вот я так бегаю. А вообще в Армении есть поддерживаемые государством питомники, приюты? Государством поддерживаемые нет. В Ереване есть два приюта, это приют Динго и приют Позитив, они тоже существуют на благотворительной основе. То есть в каждом из приютов, наверное, 150 или 130 собак, тоже как реабилитационный центр. То есть всем помочь они тоже не в состоянии. И есть очень индивидуально волонтеров в Ереване очень много, которые оказывают помощь. Но в Кировакане с этим туго, если честно. Но людей много, которые любят, кормят, особенно в центре. Но тех, кто не любит, больше.
Вот безответственное отношение очень много подбрасывает на мусорку щенков, котят, новорожденных. Вот рядом с моим домом мусорка, вот знают, что я там живу. Постоянно, каждые 2 месяца, то щенки, то котята. Не знаю, по улицам города ходят породистые собаки, которые по каким-то причинам, в общем, больные, их не вылечили и выбросили на улицу. Недавно мы встретились с подругой, ну, она занималась этой хаски, в очень ужасном состоянии. Мы просто в 3 клиниках прошли обследование, и, увы, у нее был такой диагноз, что лечению не подлежал, и, то есть, шансов на выздоровление там было 0,1%, лишмания заболевания. Уже органы были повреждены. Ну, собака... Факт, что собака когда-то жила у человека, и потом ее просто выбросили. Она весила, наверное, весом, ну, как скелет выглядела, вся в ранах, в ужасном состоянии. Мы, конечно, целый месяц пытались и подарили ей целый месяц нормальную жизнь, хоть какой-то уют, любовь. И после этого просто другого варианта не было. Мы гуманно поступили, просто она улетела. Я освободилась от этой боли. А здесь вот на территории центра есть тоже какое-то количество животных, которые тоже живут здесь, да? Ну, тут постоянно вот одна... Тихо, 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 не надо, не надо, не надо. Вот этого подкинули 2 дня назад. Малыша. Малыша подкинули. Эти там с той территории к нам в гости приходят кушать. Потому что наша Сюи, сейчас она не здесь, она очень добрая, она всех дворняжек зовет к своей миске. Как я насыпаю, она всех друзей сюда. То есть она не голодает. И... Это кто? Сюи, сейчас ее нету. Только она очень ревнивая. Вот если я начинаю с другими любиться, она может кого-то... А вот вон она, наверное. Да, да, сейчас придет. Услышала имя свое. Чтобы тут только Армагеддон не начался. Иди, малыша, нужно взять. Раньше она более себя агрессивно вела по отношению к другим собакам. Сейчас она еще немножко успокоилась после стерилизации. Тихо, Сюи, нельзя. Вот так и для Сюи не смогла найти семью. Она здесь осталась. Это к ней друг привалил 10 дней тому назад и тут остался. Конечно, тут не очень-то рады им, ихнему пребыванию, но они ладят. Ну да. Все, Сюи, тихо. А как вам это кажется, твои друзья. Это вечный такой вопрос. Они какой язык понимают, собаки? Или они интенционно фразу понимают по тембру и прочему? Или все-таки... Они, мне кажется, чувствуют нутро. Слово выходит от того, что чувствуешь, нет? Им не важно, на каком языке ты говоришь, я так думаю. Мы сегодня как раз, когда... То есть эмоция и интонация, с Чаки, которая с этим, Чапи, исходит. Чапи. Да. Я ему сказала... Ахперджан, там, привет, Ахперджан, и он на слово Ахпер. Просто, ну, поскольку собака не зрячая, то вот этот поворот ушей, какие-то другие слова. Я ему говорю, ты классный парень, ты герой, вот у тебя хорошая профессия, ты, значит, автомеханик, ну, в общем, что такое. Mm-hmm. Потом, когда я сказала, Ахперджан, он просто такой, ну, вот этого Махуню жалко очень, конечно. Не знаю, как тут будет. Я даже уже, может, надежду потеряла. Ну, что постировать? Постируешь, пытаешься найти хозяина, тут как дохлый номер. Ну, или повезет, может быть, у кого-то звезда загорится. И по этой причине вот у меня очень много собралось, и сейчас возможностей просто нету новых брать. Потому что... Был период, когда я очень быстрым темпом их устраивала, отправляла. А сейчас
Америка закрылась, то есть Канада закрылась. Почему? Ну, сейчас въезд собак запрещен в Америку и в Канаду тоже. А. То есть есть возможность, но не на 100%, что они подтвердят. Это ваша частная инициатива или есть еще в театре некий линк? Возможно, нет. Там зрители об этом знают, которые ходят. Наверняка большая часть посетителей, местные жители, и они знают, что здесь есть так, и у них к покупке билета там прилагается некое... Ой, нет, нет. С чего все началось? Мне подкинули в театр 3 собаки, 3 щенков. И мне пришлось за ними здесь ухаживать, потому что не каждому сотруднику нравилось, что эти щенки ходят, тут под кустом какают или гавкают, или к ним подбегают. И я переселилась в гримерку. То есть на неопределенный срок, наверное, целый год, пока я их... здесь вырастила, в рабочей форме, то на сцену бежала, то фекалии убирала. То есть и ночью даже не спала, чтобы, в общем, за ними следить, чтобы их никто не обидел. Потом, конечно, в годовалом возрасте мне удалось 2 отправить в Америку, а одна шмока... осталось у меня, потому что я всегда мечтала у собак. И мечтала иметь собаку, и у меня никогда не было собаки. Потом, ну вот, меня вот эти глаза заманили. Я начала помогать все больше и больше и больше. И поняла, что для меня, ну, если честно, вот жизнь этого... маленького или той любого животного более важнее в этой жизни. Я честно служила сцене, то есть я отдавала всю себя. А потом поняла, что как-то наполовину у меня не получается. То есть вот сейчас у меня и собаки, и театр. И я вот пришла на работу. Там все осталось наполовину. Я пошла к собакам, в театре все осталось наполовину. Okay. И у меня как-то наполовину вот так, не знаю, и всегда боюсь, что вот какая-то половина разрушится. Ну, точно я их никогда не оставлю, потому что я в ответе за них. У меня сейчас очень большая семья. Мне, конечно, физически помогает брат. Очень помогает, потому что одной очень сложно. Волонтерской помощи так и мне не удалось найти. Я периодически ищу в Анадзоре людей, которые хоть смогут помочь с выгулом собак или чем-то, потому что очень сложно. Вот если я не в театре, то есть я почти 24 часа, я, в общем... ухаживаю за ними. Перезагадайте желание. Когда-то вы загадали желание «я хочу собаку», и вот оно так сложилось. А теперь перезагадайте, чтобы вам не пришлось никакую из своих половин терять, но чтобы была гармония между ними, и на все хватало времени, чтобы история их получила какое-то удивительное, волшебное решение, чтобы... было проще и оставалось место для театра, потому что, ну, оно должно быть и то, и то. Да. Каждый раз, когда уже руки опускаются, в общем, у меня такое апатичное состояние, вот я уже все испаряюсь, и вдруг в этот момент, когда уже вообще не вариант, вот в этот момент мне звонят, вот где-то, не знаю, собака, которая нуждается в помощи. У меня такое чувство необъяснимое. Я начинаю задыхаться, и одновременно в меня входит столько позитивного воздуха и сил. Я вот даже кадр, фрагмент представляю. Вот представляю, это кадр какого-то фильма. Вот я бегу, и вот так заходит и выходит. Весь негатив выходит, и все положительное заходит. То есть я восстанавливаюсь полностью, я готова помочь. У меня столько сил, что минуту назад я об этом даже не представляла.
Конечно, очень важно, чтобы собаки не задерживались. Чтобы каждая из тех собак, которые я помогаю, нашла обязательно свой дом. Это очень важно. И еще очень важно, чтобы у них были достойные условия до того, как они найдут свой дом. Вот сейчас, на данный момент, их у меня много, и уже можно сказать, условия недостойные. Это просто каждый день меня доводит до слез. Но у меня сейчас возможности просто нету изменить вот это. Гамфри, самая моя большая собака, наверное, весит 70 килограммов. Армянский гамфр, которого просто выбросили. Я его нашла скелетом умирающим. Мы очень тяжелый путь прошли, а сейчас она, в общем, так выглядит, просто с ума сойти. В день здоровые собаки съедают за сутки 20-килограммовый мешок сухого корма. Ну, в основном сухим кормом кормлю, иногда варим обеды с мясными обрезками. Ну, редко очень. И еще есть собаки проблемные, которые на специальных кормах, то есть примерно... Диетические, да, какие-то? Да, диетические, в общем, ну, примерно еще 5 килограммов уходит на это. Там еще есть коты, котов у меня количество 33. Все, я, ну-ка, команду бери, идите сюда, там, идите кушать. Очень много жестокого обращения по всей Армении, в особенности вот последний год, просто ужас, что творится. Очень много русских приехали к нам, вот этот парень тоже из них, и я такая счастливая, что они приехали реально. Можно сказать, что вот их отношение... Маленький очень процент изменило вот в тех людях. То есть они более... Может, они не от всего сердца хорошо относятся к собакам. Но вот когда они видят люди другой национальности, постоянно кормят дворовых собак, пытаются помочь им, сидят с ними, разговаривают. То есть таких людей здесь мало. А их когда вот много появилось, и вот это отношение, когда каждый раз те люди, которые тут постоянно живут, это видят, они вот остерегаются, вот отходят в сторонку, и что-то может в них даже меняется, понимаете? Вот есть маленький процент, но что-то у них меняется, я вот это заметила. И при том они очень много начали помогать. То, что они очень много кормят, это уже... Армине, я тоже хочу вам задать вопрос. Я все-таки человек местный, всю жизнь прожил в Армении, и мы тут поговорили о некоторых проблемах, о многих проблемах, которые относятся к собакам и вообще к животным. И явно, что вы очень осведомлены. Поэтому я хочу задать свой вопрос. Я знаю, что в Армении очень популярны собачьи бои. И эта проблема, она в мире очень хорошо обработана. И в том смысле, что есть законы, которые запрещают это. Вот в Великобритании, например, можно попасть в тюрьму на большой срок за организацию собачьих боев. Но в Армении я знаю, что и среди молодого поколения, и среди старшего поколения это рассматривается как нечто такое престижное, крутое, что у него есть собака, которая побеждает в боях. И я знаю, что даже есть ставки, что есть вот какие-то такие нелегальные мероприятия проводятся, вот, и на этих мероприятиях собак стравливают, и выявляется, кто победил, и, во-первых, они зарабатывают деньги, но, во-вторых, это большой азарт для вот этих извергов, которые этим занимаются. Вот как обстоит ситуация с этим, как можно на это повлиять, и как можно Армению в этом смысле придвинуть более к цивилизованным странам, в том смысле, что как-то бороться с этой проблемой? Мне кажется, единственный выход – нужен действующий закон и очень
ну, строго наказуемый. Но есть такой закон, да, и, насколько я знаю, он существует? Он не реализуется. Он не реализуется. Там какой-то пунктик есть, который не реализуется просто. Угу. То есть сегодня очень много случаев было, о которых я знаю. Люди обращались с довольными этими доказательствами, видеоматериалами. Вот в такой части города, в такой деревне вот проводят эти собачьи бои. Ну, до сих пор еще никто за это ответственность никогда, да? Не был привлечен. Нет. Да, очень жаль, потому что это одна из таких проблем моральных, как и вот отношение к животным, оно и в этом тоже проявляется очень сильно. Да. Я в шоке, я вообще не знала. Это просто кошмарно, да, это просто кошмарно. А собаки, вот которые проигрывают, их просто иногда выбрасывают. Есть люди, которые заводят трассу. Собаку. Угу. И причем, если с ними поговорить, то они, скорее всего, себя позиционируют как любители животных. И они заводят собаку, они начинают ее воспитывать в таком стиле. То у них есть своя методика, то есть они ее где-то держат в подвале, в каком-нибудь закрытом месте, чтобы она была свирепая, становилась. И тогда такая собака начинает. И тренируют на дворняжках тоже. Да. Несколько месяцев тому назад в нашем городе, в центре города, где, ну, во дворе одного здания жил маленький щенок трехмесячный. Женщина, которая не прошла мимо, увидела, что ему плохо. В общем, обратилась в организацию «Динго» в Ереване, чтобы помогли отвезти к ветеринару. Рентген показал в организме, наверное, 100 иголок. То есть я не понимаю, какой нелюдь дал этому маленькому щенку в пище столько иголок. И щенку просто повезло, что комочки волос окутали эти иголки, и он не умер. Прооперировали и сняли вот это. Это было ужасное зрелище. И для многих людей это просто норма. Они говорят, может, это что-то плохое, но для нас это единственное решение – освободиться от бродячих собак, отравить их, убить их и накормить иголками, или не знаю, еще какие у них жестокие методы есть. Ну, слава богу, конечно, этот щенок сейчас в Германии. Нашел семью себе. Да, да. Друзья, ну вот у нас сегодня такая поездка в надзор получилась. Не знаю, как интересная или грустная больше. Ну, в общем, в Армении существуют проблемы. И хорошо бы, чтобы они решались. Будем надеяться, что процесс двинется и будет улучшаться, и наших всех четвероногих друзей, и двухногих, и прочих не будут убежать, и не будут выбрасывать на улицу, что они будут содержаться в хороших условиях и в семьях, в собственных, в каждой. Вот. И если вы хотите помочь Армине, мы дадим реквизиты в описании, как вы можете это сделать. Всем добра. И не обижайте животных пока. До новых встреч.